Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Татьяна Климова, и вы смотрите видео «Спросите у Татьяны». Если вам нравится моя работа, пожалуйста, посмотрите на моем сайте транскрипции, упражнения на перевод, PDF-книги и, конечно, клуб «Русская дача», где вы получаете видео и подкасты каждые 5 дней. А сегодня наша тема – это слова «разный» и «различный». «Разный» и «различный» – какая разница? Ну, во-первых, иногда это синонимы. Иногда мы можем использовать и «разный», и «различный». И это значит много вариантов, много опций. Например, на этой улице много разных магазинов. Или на этой улице много различных магазинов. Но есть маленький нюанс здесь. Конечно, различный – это более официальная форма. Например, в этой статье показаны различные способы проведения экспериментов. Да? То есть, как мы делаем научные эксперименты. В этой статье показаны различные способы проведения экспериментов. То есть, различный, более официальный язык. И разный мы более часто используем разный, когда говорим о людях. Например, можно сказать, на нашей конференции будет много разных экспертов. Много различных экспертов не очень красиво. То есть здесь это синонимы, и они значат много разных вариантов, но различный, более официальный в статьях, в журналах, и разный мы говорим с друзьями каждый день. Также разный и различный могут значить не похожи, да, не похожи. Первый вариант – это много вариантов. И второй вариант, вторая ситуация, когда не похожи. Например, они братья, но они такие разные. То есть они братья, но они не похожи. Один любит, например, гулять в горах, спорт, и второй любит на диване смотреть сериалы. Они братья, но они такие разные. А различный тоже можно использовать в этой ситуации, но опять это более официальный язык. Например, наши мнения по этому вопросу различны. Наши мнения по этому вопросу различны. Мнение – это что мы думаем о чем-то, это мнение. И наши мнения по этому вопросу различны, значит, они не похожи. Но вы видите, опять это более официальный язык. Например, если есть дебаты на конференции, то два человека могут сказать, да, наши мнения по этому вопросу различны. И третья ситуация. В этой ситуации мы используем только разный. И это значит не один и тот же, не один, а много. Например, каждый день, например, Оксана приходит на работу в разных костюмах. В разных костюмах. Это значит, что в понедельник это будет серый костюм, во вторник черный костюм, в среду красный костюм. То есть здесь акцент, что это не один костюм, а много. И они не такие, как другие. Каждый день Оксана приходит на работу в разных костюмах. Или, например, я очень люблю записывать свои идеи, и у меня много
разных тетрадей. Это для японского, это тоже для японского, но для новых слов. Это для моих видео. У меня много-много разных тетрадей и блокнотов. И я могу сказать, я записываю лексику и упражнения в разных блокнотах. То есть не один, различный, разный. Вот так, дорогие друзья, надеюсь, это было полезно. Пишите, пожалуйста, ваши примеры. Еще раз мы можем сказать разный и различный, когда много вариантов, много вещей, но различный будет более официальный стиль. Мы можем сказать разные, различные, когда не похожи, когда они не похожи, не идентичные. И тогда опять разный будет более разговорный, фамильярный и различный, более официальный. И также разный мы чаще говорим о людях. И разный еще мы можем использовать, когда мы хотим сказать, что это не одна вещь, а их много. И мы их вместе не ассоциируем. Да? Например, я пишу лексику и упражнения в разных тетрадях, в разных блокнотах. Ставьте, пожалуйста, лайк, потому что я хочу, чтобы мой канал был активным, и чтобы другие люди учили русский язык только на русском языке. Подписывайтесь, и приходите на мой сайт, комментируйте, пишите ваши вопросы также. Спасибо, что смотрите, дорогие друзья. А у нас будет еще много разных видео. До скорого, пока-пока!